Приветствую вас, друзья! Вы на канале «В поисках золота и кладов». И я хочу показать вам интересную монету, которую выставил на Виолете. Это чварак, отчеканенный при правлении короля польского и великого князя литовского Сигизмунда 2 августа. Чварак – это 4 гроша. Монеты такого номинала выпускались лишь на протяжении 4 лет. С 1565 по 1569 года. Как видим, друзья мои, на реверсе в верхней части монеты 1567 год обозначен у нас. Это год чеканки этой монеты. Неофициальное название таких монет – бородачи. Почему? Все понятно. Здесь у нас Сигизмунд 2 август изображен с такой большой раздвоенной бородой. Чварак у нас изготовлен из серебра в городе Вильна. Ныне это Вильнюс. На лицевой стороне изображен Сигизмунд 2 август. На оборотной геральдические символы Великого княжества Литовского. С левой стороны по центру видите погоня, с правой стороны колюмны. Состояние, как видите, монеты хорошее. Она ничем не чистилась, никакой химии. Все родное, патина серенькая и такой вот, видите, блестящий цвет ровного поля монеты. Ссылочку на продажу я, друзья, оставлю для вас под этим видео, поэтому если вас интересует эта монета или просто интересно, чем закончатся торги на Виолете, то переходите. В общем, как всегда, желаю вам отличных находок, мира и добра. До встречи на канале «В поисках золота и кладов». Пока!